Глава региона Олег Николаев встретился сегодня с новым начальником управления Росгвардии по Чувашии. Дмитрий Расчетов окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году. С октября 2016-го руководил территориальным управлением Росгвардии в Республике Алтай. Олег Николаев поздравил Дмитрия Расчетова с назначением и отметил, что в Чувашии сложилась благоприятная и стабильная общественно-политическая обстановка. Плотное взаимодействие органов исполнительной власти и правоохранительных структур по вопросам безопасности позволяет оперативно и четко противостоять вызовам времени.